7 апреля общественность отметит Международный день здоровья. В этом году он проходит под девизом «Мое здоровье – мое право». В Беларуси право на здоровье – одно из основополагающих. Его реализация начинается с самого рождения маленького гражданина страны. Накануне наши корреспонденты побывали в первой детской поликлинике Бреста. Анна Денисова работает участковым педиатром с 2015 года. В день принимает до 30 человек, ходит на вызовы и каждому ребенку старается найти подход, уделить внимание, терпеливо выслушать, грамотно подобрать лечение. Когда работаешь на одном терапевтическом участке, ты знаешь уже всех своих маленьких пациентов, знаешь к ним подход, знаешь, как они болеют. Очень важно зачастую психологическое состояние ребенка, матери, потому что от этого зачастую больше зависит выздоровление ребенка. Брестская городская детская поликлиника номер 1 обслуживает 25 тысяч маленьких пациентов. Здесь есть все необходимые специалисты, которые окажут как первичную, так и специализированную медицинскую помощь. Кроме того, конечно же, мы осуществляем диагностическую помощь. Это клинико диагностическая лаборатория, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгеновский кабинет, большое отделение медицинской реабилитации. Также мы занимаемся профилактической работой. Согласно национальному календарю профилактических прививок проводится плановая иммунизация против 12 инфекций. Елена Зиберт специально приехала из Каменца, чтобы ее полуторагодовалой малышке имели и провели иммунизацию специальной поливакциной. 100% доверяю нашим врачам. Ну, прежде чем, конечно, сделать прививку, нас сейчас осматривают, проверяют все до ниточки в плоти, коже, чтобы не было ничего. И только после этого, конечно, вакцинируемся. Чтобы узнать больше об уходе за малышом, на базе первой детской поликлиники работает модельный центр, организованный ЮНЕСКО, где родители учат тому, как создать безопасное пространство для ребенка, знакомят с полезными сервисами и устройствами. При купании мы используем температуру воды 37 градусов, так как это наиболее безопасная для ребенка температура, он не получит ожогов. Среди слушателей сегодня мама и папа двухмесячного Авеля. В вопросах здоровья и безопасности сына они единодушны. Стараемся сейчас обучаться, образовываться для того, чтобы наш ребенок был в безопасности. Соответственно, стараемся и своевременно посещать врачей, бывает даже лишний раз прийти, как говорят, лучше перебдить, чем потом разгребать все последствия. Забота о здоровье – основополагающее право, которое в нашей стране реализуется буквально с рождения. Для каждого человека это неотъемлемая часть того, что называется достойной жизнью. Людмила Лагодич, Тиграна Копян, Юрий Печур, телерадиокомпания «Брест».